Вот такую вот скамеечку финны используют в сауне. Она стоит под нижним ярусом полка. Ее можно вот так вот выдвинуть и по ней забираться на полок. Такая вот скамейка. Сейчас посмотрим поподробнее, как она сделана, как она устроена. Вот я ее положил на бок, чтобы было видно, как она собрана. Чертежи, схемы делать не будем, а просто посмотрим. Знающий человек разберется, как сделать что-то подобное. Так вот сделана рамка. Финны используют вот такие саморезы с шлицом-звездочкой, нержавеющие. Хоть это и сауна, не страшно, не обожжешься об эти саморезы, потому что, во-первых, они утоплены, во-вторых, они в таких местах, где не будешь с ними контактировать. Да и скамейка стоит на полу. Вот собрана рамка. И вот сделана рамка. У нас саморезы собраны. В торец вкручено. Потом добавлены ножки. Ножки под углом. Получается, что здесь три самореза или два. Даже, кажется, два самореза. Но упор получается сюда. И поэтому они не шатаются. Они упираются. То есть усилие, когда идет на то, что сюда идет усилие, они сюда давят, здесь упираются, поэтому ничего не шатается. Пол у них кафельный, поэтому снизу стоит резиновая вот эта вот ножка, подкладка, тоже на саморезах. Поэтому дерево не сыреет, даже если оно будет стоять на влажном кафеле. Оно не отсыреет. Дальше здесь поставлены маленькие прокладочки деревянные и прикручены на 4 самореза, на 5. Да, 1, 2, 3, 4, 5. На 5 саморезов прикручен брусок, где-то 20 на 20. И к этому бруску снизу прикручены уже сами, так сказать, доски настила. И благодаря этому получается вот так вот. То есть щели здесь. За счет того, что брусок не напрямую прикручен к этой рамке, а с прокладками, получается здесь щели, по периметру щели, здесь щели приблизительно 5-7 миллиметров. И получается вот такая вот аккуратненькая скамеечка. И довольно-таки крепкая, совершенно крепкая. Человек больше 110 килограммов весом встает, и она даже не колышется, даже не колеблется. Вот такая вот отличная скамеечка для сауны, сделана у финнов.